Тогда тоже как несправедливо, что ли, задержали? Все справедливо, все правильно. Как сейчас тоже? Угу. Виноват по полной, понятно. Мужчина сразу решил, смысла утверждать, что трезв как стеклышко, нет никакого. Раз уж ума хватило в таком состоянии сесть за руль, теперь остается нести заслуженное наказание. Говорит, самое обидное, что особой надобности куда-то ехать среди ночи по большому счету не было. Просто вздумалось ему после семейного застолья скататься в магазин, якобы за продуктами. Не хватило покушать, просто поехал в магазин. Да. Стоит отметить, что водительское удостоверение мужчина восстановил меньше месяца назад. В предыдущий раз его также лишали прав за управление транспортом в алкогольном опьянении. Вы сейчас знаете, что уголовная статья может светить? Знаю. А там ей, возможно, даже условный срок. В районе судим не были? Нет. Пока инспектор ГАИ оформляли все протоколы, задержанному все время звонила жена, чтобы узнать, где ее супруг. Мужчина не хотел расстраивать родного человека и придумывал различные отговорки, но в итоге был вынужден рассказать, в какую историю попал, после того, как узнал, что домой он вернется не скоро, ведь для возбуждения уголовного дела водителя отвезли в отдел полиции. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».